Сегодня у нас прогулка от дома, и мы пошли в сторону мангровых лесов, вдоль канала. Хотим выйти прямо на берег мангровых растений. И вот это здание, которое из нашего окна виднеется, недостроенное, там постоянно работает не вентиляция, а насос. Насос, который откачивает воду. Поскольку это здание, оказывается, было неправильно спроектировано, поэтому оно недостроено. Там все время стоит вода в подвале. И вот прям здание старое, вернее, недостроено, а вот первый этаж, ну, не первый этаж, там сидит, ну, видно, что включен свет, вагончик какой-то стоит, и работает насос. Причем он работает еженочно, ежечасно, ежедневно, как это, ежедневно. Вот так вот спроектировали неудачно дом. Ну, а мы пошли в сторону мангровых растений. Очень-очень хорошие, высококвалифицированные инженеры старались. Старались инженеры, да. Я не знаю, откуда, но они перестарались, похоже. А вот впереди синеет. Это госпиталь, да, вот как называется? Cleveland Clinic. Cleveland Clinic. Ну, оно очень красиво подсвечивает синим. Его видно прямо издалека. Вообще, ночной Абу-Даби, он отличается, ну, как и любой другой город. Ночной город отличается от дневного города. Ну, мы сейчас посмотрим, как будет на заливе ночью. Пришлось включить подсветку, потому что уже 8 часов в Даби. И становится, ну, как солнце садится в 7 с чем-то. И вот эти мангровые корни, мангровых растений, которые торчат. Прямо наружу торчат. Их можно потрогать. Вот они, эти корни. Они не колючие у вас? Они, ну, вот такие мягкие веточки. Мягкие веточки такие, и вот они виднеются. Вот такие букашки бегут. Ну, подожди, я вот хочу вот это еще посмотреть. А вот само дерево мангровое. Вот очень Истик. Интересно получается. Вообще удивительное растение, конечно. Я вот не перестаю повторять, что это очень удивительное растение. Потому что они растут полностью в воде, и в то же время, вот сейчас вода ушла, был отлив мощный, и они стоят тут как насухо, торчат кверху эти деревья, эти корни, и с ними ничего не делается, ничего не происходит. И в соленой воде. Да, и самое главное, это же в морской воде не растут, это же не река вокруг нас, это не пруд. Это море, это Персидский залив. Попробуйте полить ваши березки. Да, ну мы попробуем завтра пройтись вот по этой протоке, тогда, может быть, я получше сниму здесь видео, и это будет очень интересный ролик. Послушайте, как поют цикады. Цикады в мангровом лесе, в мангровых зарослях, а в Абу-Даби там далеко огоньки Рим-Айленд возвышаются, небоскребы, а рядом цикады. Немножко панорамной съемки. Панорамной, а ну просто так. Съемки. С одной рукой. С одной рукой. Вместо того, чтобы снимать, как все с двумя руками. Как остальные блогеры с двумя руками, как некоторые блогеры. Вот так вот. Вот так вот. То некоторые блогеры снимают вот одной рукой. Это я вот вокруг себя показываю, что находится. Мы в пустыне стоим. Ну, точнее, здесь недостроенный участок. Ну, видимо, будет что-то здесь когда-то строить. И очень даже удачно, что его не построили, не застроили ничем. Можно прогуляться. Можно прогуляться. Мангровы тут растут. Зато подойти к мангровам. Так, полюбоваться на свои дома. Крабиков. Полюбоваться на воду. Там рыба плескалась, но я ее не успела заснять. Во-первых, она в темноте плескалась, не было видно. А во-вторых, я днем достаточно снимала кадров. Ночной Абу-Даби. Абу-Даби построен, выстроен в пустыне, в песчаной пустыне. Но камни и песок. Очень красивые виды открываются вечером на сияющий огнями город, дома. Они совершенно иначе смотрятся, чем днем. Но, конечно, не так хорошо, может быть, видно детали. Но в светлое время суток
Здесь не погуляешь так, потому что песок, он нагревается. И просто невозможно просто спокойно идти гулять, будет очень жарко. Здесь температура 38 сейчас, 33, 38, 36 днем. А вот сейчас примерно 20-21, может быть, градус. Плюс еще ветерок такой прохладный. Поэтому ночная съемка или раннеутренняя, больше никак. Это не какая-то фабрика, это не завод, это Horizon Tower. Это дом, шум от которого разносится на несколько сотен метров. Этот шум постоянный. Это шумит что-то от вентиляции? Это работает кондиционерная система. Так вот, как здесь люди живут, я не понимаю. Это очень шумно. Вот как будто вы где-то на заводе на каком-то, и постоянный шум. Этот шум, он никогда не прекращается. Просто непонятно, как здесь вообще люди живут. А дом-то заполнен, я вот смотрю, здесь окна все, ну, светятся. То есть люди живут. Это не заброшенное здание. Ну, вот так вот спроектировали неудачно. А людей, а люди как живут, я не понимаю. Ну, там виднеется Sky Tower. И Gate Tower. Это дома, конечно, другого совершенно уровня, другого класса. А вот возвращаясь к этому Horizon Tower, как завлекают людей, как мне объяснил сейчас Булат, вот в это здание жильцов, тем, что якобы, ну здесь не якобы, здесь действительно кондиционер, обслуживание кондиционеров бесплатное, обслуживание любых там каких-то проблем, типа протечка канализации там, и так далее, тоже бесплатно. Вот. И чуть-чуть пониже стоимость аренды, где-то 1005 дирхам дешевле. Но и в любом случае, как здесь жить, если ты даже заплатишь меньше, но ты не сможешь жить, мне кажется, это невозможно. Но люди идут, тут окна светятся в доме, вообще не понимаю.